В новом семестре в жизни нашей редакции произошли большие перемены. Теперь ходить на самые интересные пары в НГУ буду я. В этот раз, чтобы выяснить, чем занимаются студенты физики на атомном практикуме, мне пришлось примерить шпионский плащ и столкнуться с излучением. Никита решил, что как никто другой умеет брать интервью, и занял место в студии. Кстати, после встречи с Валентином Портных он может в одиночку организовать крестовый поход. Лена изменила взгляд на спортсменов. Теперь у нее в приоритете мужчины с умом, поэтому в этот раз поиски второй половинки прошли на шахматном турнире. А вот у Влада неожиданно наступил день сурка. На неделе Дарвина он посетил сразу 3 лекции и теперь знает все о теории относительности, идентичности и любви. Кого смотреть первым, выбирать тебе.